Подъем. Восемь часов 34 минуты, среда, 22 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Настя, Настя, значит, на третьем кольце перед Шарикоподшипниковой снова добывают асфальт. И еще. Камри АМР-97. Тошнит с нами по внешнему Садовому мимо Курской. Ведро не включает. А? Терпит. Да, не включает. Когда уже плитку положат... Ну что, они на Якиманке тоже не включают, а потом плюют и включают, и я понятно. Когда уже плитку положат, спрашивает на следующий год. Как ты хочешь... перекладывать вот на следующий год. Да, нет, потому что плитка недолговечная. Я знаю ее именно с картонной сделать. Я видела, кстати, эту плитку. Ну что вы говорите, какая она красивая. Вы знаете, иногда думаешь... Вот отказываешь, экономишь на себе, да, экономишь. Да. А зачем? А зачем? Ведь можно за такие, в общем, относительно небольшие деньги столько удовольствия. Красота такая невозможная. Сразу тебе нравится, становиться. Ну скажи, что нравится. Ну какие-то там несколько миллиардов рублей и наконец-то... И ты начнешь транжирить теперь тоже. Теперь скажи, когда ты видишь, как страна хорошеет и транжирит, тебе хочется тоже взять... Конечно, какие-то глупости. Сделать глупости, например, да. Пойти и купить какой-нибудь абсолютно говёный, паршивый, вонючий, неправильного урожая чай в чайничке за там какие-нибудь жалкие $10, да? Например. Нет. Точно понимая, что цена этому всему не достигает 8 центов ни при каких обстоятельствах, вообще ни вместе при каких. Вместе с водой. Да, вместе с водой все, и вместе с чайником. Все это стоит 8 центов. Поэтому можно чайник тут же хлопнуть об пол и разбить, потому что это все... Чайник самый дорогой из всего, он стоит 5 центов, да. Ну так вот, значит, и ты все равно платишь $10, ты счастлива, правда же? Ну да, что-то подобное произошло недавно, когда я игрушку купила ребенку за 850 рублей в магазине. Игрушку? Ну, игрушка там, да, ракета, очень важно. Вот, а потом я ради смеха решила полезть в интернет, посмотреть, сколько она стоит. Английская игрушка, да, она в Англии стоит 5 фунтов, на тот день покупки это было ровно 225 рублей. Вот в тот день. Да, покупки. В тот день, ровно в тот 850. День. 850 Москве, сделана да. Эта игрушка... Теперь 5 фунтов она стоит в Лондоне. Внимание. А сделана она в Китае. И стоимость ее никогда, ни при каких обстоятельствах, не может превысить $1. Зарплата британского продавца включена в эту игрушку 225 рублей. Да? Никогда, ни при каких обстоятельствах. Никакая игрушка не может стоить дороже $1. Ну как после этого мы не можем положить себе плитку на Ленинском проспекте до МКАДа? Ладно, ну что, мы чудесные. Мы чудесные, знаешь почему? Мы чудесные, потому что мы наделены сознанием басилевсов, вот этих вот... Мы же по существу помесь Византии с Ордой. Мы помесь Царьграда с Сараем. Царьград с сараем. Конечно. Платя 750 рублей, вы испытываете гордость. Понимаешь, нет? Да. Сарай, столица Орды, сарай. И Царьград слились воедино в русском сердце. Мы царьградский сарай. Азиатская роскошь. Мы сарайский Царьград. Понимаешь, нет? В этом смысл жизни. Ты больше ни для чего не живешь, как для того, чтобы пустить пыль в глаза. Понимаешь, самому себе. Самому себе прежде всего. Абсолютно, конечно. Послушай, к этому чуть позже мы вернемся. Мы вернемся к этому. Я хотел поговорить о вахте памяти. Вахта памяти. Сегодня в 4 часа утра люди зажигали свечи. И, кстати говоря, может быть, кто-то из наших слушателей, но я не думаю так. Я думаю, что те, кто зажигал свечи в 4 утра, не встали в 3:30, а легли спать в 4:30. Ну, конечно, понимаешь, наверное, да? Да, уж навряд ли по пути. Да, то есть это не те, кто рано, это не те, кто... Скажите, кто проехал пересечение Волоколамки и улицы Свободы? Что там за затык? На Свободе Волоколамки какой-то затык страшный. А? На Арбате? Что это было?
Священник. Послушайте, это какая-то история рядовая, и наверняка это случилось на Арбате, какой-то священник кого-то тащил за волосы. Ну вот, я думаю, это было в 16 это веке. Нет, это был не, не Сергей, Сергей, это было в 16 на... веке. Выволок за... А, хотя нет, это в Америке было. Веке. Это я читала, что выволок за волосы за опоздание на службу протестантский. Значит, какой-то... не на Арбате, а в Америке. А в Америке. Не на Арбате, а в Америке. Не надо путать. Не сегодня, а в 16 веке. Ты успокойся. Не выиграл, а проиграл. И не у него украли шоу, а он украл. Наоборот, не он украл, а у него украли. Хорошо, неважно. Алло, здравствуйте, дослушаю. Здравствуйте. Вы участвовали в «Ахте памяти». Я участвовал в «Ахте памяти», зажигал свечку. Но асфальт – это безобразие. Нет, подождите, насчет асфальта. Сейчас, вы когда зажигали? Нет, так нельзя. Так нельзя. Что же вы меня хитрости берете? На хитрость меня берете. А я хочу... Начинает. А я хочу сохранить атмосферу наивности. Не надо меня, не надо хитрить. А вот, а? Нашла я вам эту новость атмосфера... вторичного священника. Да, батюшка набросился на прихожанина с кулаками, таскал его за волосы, все это было в 16 веке, я знаю. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да. Вы зажигали свечи сегодня? Зажигал свечи, безусловно, но маленькая подсказка. У меня приятель РС, номер РСН на автомобиле, РСН 001. А ну, почему не у вас? Нет, ну слушайте, ну... Как люди хитрят, Сергей, не дают, не дают, начинают заданные вами темы. Слушайте, давайте так, совсем серьезно. Сегодня 22 июня. 70 лет. Да, вот 22 июня было воскресенье. Я вам должен сообщить, что 22 июня было воскресенье. А 19-е... Подожди. 20-е... Слушай, тогда, 41-го тогда, года. Да, было воскресенье. А 20 июня, в пятницу, прибежал из дивизии посыльный солдат и сказал, что решением, там, по дивизии как-то это принималось решение, моему деду присвоили капитана. Звание капитана. Угу. А он был замкомандира, то есть, отдельного батальона связи в 44-й дивизии имени Щерса, которую разбили сначала при финской войне, ее разбили, но мой дед спасал людей и командовал таким образом, что получил боевого красного знамени. Боевого красного знамени, а командира его расстреляли. Я уже говорил об этом. Так вот, значит, и вот, слушай, в пятницу... Прибежал посыльный, сказал, что капитана дали Старлею, моему деду. Угу. И в пятницу же они собирались с товарищами, не дотерпев. Обмывали звездочку. Понимаешь? Да. В пятницу же. Значит, в субботу они после обмывания как-то ходили, то есть, там нашивали эту звездочку, пришивали ее. Понимаешь? Угу. А после того, как они пришивали звездочки, на воскресенье в 4 утра он пошел в ружье. По команде в ружье. И все, на этом все. То есть они погибли сразу все. Там, погибли там, в этом бою погибло от 60 до 100 тысяч советских воинов. От 60 до 100 тысяч. Это одна только операция была немецкая. Вот они уничтожили, немцы. Зашли и в одном только месте даванули сразу до 100 тысяч. Понятно, да? Угу. Вот. Теперь смотри. Я знаю об этом. Из рассказов бабули своей. Да. Которая жена его была. Mm-hmm. Бабуля мне рассказывала. Понимаешь? Как, что, чего они собирались, как эвакуация до Ташкента. Перли оттуда и так далее. Вот. А кто что знает про 22 июня? Вот что меня интересует. Через минуту вернемся. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Я это затем сказал, чтобы вы тоже вспомнили. Вспомните, пожалуйста, что это было 22 июня. 22 июня как-то описывают ваши родственники, описывали ваши родственники, что-то говорили ваши родственники о 22 июня. Вот что это было? Массовое бегство, паника, массовый героизм, что? Алло, здравствуйте. Константин Ефимович, ветеран Отечественной войны, добрый день. Да, Константин Ефимович, здравствуйте. Сергей. Да. Значит, вашему деду звездочку не пришивали, а прикалывали шпалу, когда он стал капитаном. Ну, видимо. Когда не было никаких погон, да. Не было звездочек. Ну, видимо, да. Петлицы, да. И шпалы. Главное, и знаю, так... что он в бой пошел капитаном, но об этом сегодня в архиве Министерства обороны нет. А дивизионный архив, понятно, что их уничтожили всех, и нет больше. Вот так. Поэтому мне смотрел Влад Шурыгин, друг мой, значит, в Министерстве обороны здесь, он Старлей.
А бабка говорит, ну в пятницу уже ему сказали, что он капитан. Ну вот так получилось. Сереженька, да, я. Когда он был старлей, у него было 3 кубаря. Ну понятно, понятно. А когда стал капитаном, он ему дали 1 шпалу. Ясно. Я вас поздравляю с этим. Я да. Но я хотел спросить, в 22 июня паника, бегство, героизм, никакой что? Паники не было. Ну расскажите. Никакого бегства не было. Что? Был народ очень сдержанно, очень выдержанно понимал, что нужно защитить свою родину. Ага. А вы были где? Вот вы территориально где вы были? Я был в это время в Москве. В Москве, понятно. Да. А через... через... Алло, залипает. Я был уже... Где-где? Извините, за паузу. Эх. Пропадает. Пропадает звук. Алло. Подойдите к окошечку. Может быть, вы к окну подойдете. Подойдите к окну, пожалуйста. А? Мне сейчас очень тяжело. Да, нет, как... А, к окну тяжело. Понятно. Ну, так вот то слышно, то чуть-чуть хуже становится. Сережа, да. Важно понять, никакой паники не было. Народ был един, ага. Народ был сплочен. Народ имел смысл жизни, да. Идею, за которую он дрался и победил. Я понял. Спасибо. И нужно кончать воспоминания и кончать перемывать... эти трагические события. Ой. И кончать перемывать Сталина. Кончать. Да, можно. Мы не перемываем ничего, мы просто пытаемся вспоминать уже. Мы пытаемся уже вспоминать. Я не о вас говорю, да. Я говорю о вашем Чубайсе. Да не, ну что тут. Нет, спасибо, извините. Значит, слушайте, значит, у меня нет, мы не перемываем в каком смысле? Мы вспоминаем, пытаемся интеллектуализировать, мы пытаемся уже интеллектуально вспомнить. Но и в то же время, конечно, мы хотим вспомнить и эмоциональную атмосферу, потому что вот нам позвонил ветеран, который был молодым человеком в то время. Он говорит об атмосфере в Москве, как он в Москве это встретил. Но я думаю, Москва и, условно говоря, Ровно или там Брест по-разному воспринимали. Алло, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Да. А меня зовут Светлана Антоновна. Да, Светлана Антоновна. Мой папа рассказывал, его война застала в Минске 22 июня. Он жил очень тогда в Минске. Близко. Да. Вот, он очень подробно рассказывал, и я это записала потом как под его диктовку. Да. Он скажите. В это время в 12 часов, они пошли обедать в столовую, ага. И вдруг сообщение по радио Молотова. Да. Все, паники не было. Это точно, потому что все... Светлана Антоновна, можно на секунду назад? Можно на секунду назад? Да. То есть война-то в 4 утра, да. А он узнает, а он узнает полдень. А он узнает полдень. Никто я не знал. То есть понял, был обычный понял. День. Понял. И в 12, как ну, у каждого свой, так сказать, распорядок да. был в этот день. Да. И в 12, вот, в общем, все, ну, они были молодые, уже рабочие молодые, там в общежитии жили, дома не было. Ага. И они пошли в столовую. Такие были вот фабрики кухни. Ага. Вот. И, значит, все пошли вот в военкомат, взяли, пошли в общежитие, забрали документы, пошли в военкомат. Да. Папа мой, он, значит, работал на заводе, им сказали оставаться на местах, потому что завод на броне, нужно военный заказ, они выполняли для Могилевского аэродрома. Да. Но через 3 дня директор не пришел, потому что бомбежки начались сразу в 12, было объявление, да. И Минск начали бомбить через час примерно, и уже накатами бомбежки были постоянные. Угу. Через 3 дня мой папа уже пришел, директора не было, они с товарищем уже все, военкомат уже ушел, естественно, да. И они побежали за военкоматом, догоняли его, они 3 дня... Значит, до Борисова пешком, да, да. Остановилась машина грузовая, полная народу, из Бреста везли жен и детей пограничников. Ага. Водитель подсказал, что вы знаете дорогу до Борисова? Он говорит, да, знаем. Ага. Садитесь. Они хотели в кузов, а там полно народа. И они накрыли их вот на подножке. Да, и показывали водителю дорогу. Да. Потом они проехали... А до Борисова что, километров 70 ведь от Минска, а? Нет, от Минска до Борисова сегодняшний Минск разросся, я понимаю. Но там километров 70-80, наверное, да? Да, но они да. проехали очень немного, потому ага. что их остановил патруль. Всем говорят, да. выгружайтесь. Всех да. детей, женщин сняли. Тут же снаряды погрузили на машину и обратно в Брест. Ага. Они с товарищем, значит, поезд облеплен был весь
Они ухватились за поручни, и на Оршу поезд шел, они до Орши. Потом в Орше они побежали уже, парень побежал в свою деревню, папа в Дубровинском районе. Орша уже близко к России, да, это грань почти, да. Паники не было, потому что парень этот, к сожалению, остался, он выжил, в партизанском отряде был. Мой папа с сестрой простился, сестра, тетя Пуля, очень плакала. Вот, папа говорит, он была уверенность, он говорит, мы победим. У него были часы, он их снял, говорит, вот часы, я за ними вернусь. И, а тот же патруль, потому что собирали уже мужиков на военкомат Дубровна, Дубровна был еще военкомат, и он скорее туда, их записали, построили, выдали паек, там обмундирование, оружие не дали, просто их отводили, вот так вот на, уже на рубеже обороны. Скажите мне, пожалуйста, Светлана Антоновна, а вот сегодня, сегодня как вы думаете было бы? Вот подождите, нет, сегодня угрозы иные, сегодня все как-то по-другому. Ну вот сегодня пошла бы лавина, допустим, с запада, с севера, с востока, не... как бы мы сегодняшние вели себя? Ну, вы знаете, я думаю, что большинство, наверное, так же. А вот я тоже так думаю, Слушайте, правда, вот, Светлана, вот ровно так же, в 812 году, вот ровно так, абсолютно ровно так же. Да. Спасибо вам большое. Да. Слушайте, Настя, как бы сегодня себя вели? Я тоже думаю, что так же. А вот так же? А вот так же вели бы себя. Человеческая натура, она не меняется, я верю. Русские упрямые и не любят, чтобы кто-то накатывал извне. Не любят этого. Понимаешь, вот мы бы сволочились, мы бы, так сказать, там обвиняли, что там Абрамович все покрал и так далее, и с Прохоровым и так далее. Значит, а вот началась бы война, вот ровно так же реагировали бы. Пошли все на фронт и все. Потому что мы тут это потом, а сейчас главное отразить, правильно? Да. Вот ровно так же. 8.52, слушайте, только что пришло сообщение, в карельской больнице скончался ребенок, раненый в авиакатастрофе под Петрозаводском. Какой ребенок? Неужели тот истерику, который выжил? Нет расширения, вот только пока. Нет расширения, пока первая новость пришла. В карельской больнице скончался ребенок, раненый в авиакатастрофе под Петрозаводском. Как только будет расширение, мы расскажем. Вернемся после рекламы. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Проголосуй, говорит мне 65-й. Ну что ж ты не голосуешь? Меня упрекают. Слушайте, сейчас сделаем. Но только я не хочу через новости оставлять голосование, переваливать. А я сразу после новостей договорились. Поздороваемся и проголосуем. Что было бы, если бы война сегодня, вот, например, была? Ладно? Давайте. 788-107-0. В движении. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Где вы? Здравствуйте. Я еду по Вернадскому. Да. Но я еду в область. Нормально, атмосферно стоит. А в центр, в общем-то, тяжеловато. Понятно. Так и должно быть. 788-107-0. Вернадского стоит в центр. Тянется тихонечко. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Печатники, Полбина по всей длине не едет практически вообще. И шоссейные также Долгоградки. Все, Печатники, Полбина и Шоссейная не едут. 788-107-0. 788-107-0. Еще. 788-107-0. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я уже летит. ВДНХ. А как это? Сейчас я попытаюсь понять. Ну, она на Преображенку летит. А как она летит в сторону ВДНХ? Ну, Преображенка, да. А, да-да-да, спасибо. Ну, там можно, нет, можно к ВДНХ потом пролететь. Можно, правильно, этими парками такими. Вот. 8:57. Русская служба новостей. Русновости.ру. Девять часов, 3 минуты, среда, 22 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. А
Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Сергей. Шоссе энтузиастов в область. Терлецкий лесопарк. Терлецкий лесопарк. Газель против скутера сбились. Газель и скутер. Скорая помощь, ДПС на месте. Все стоят в обе стороны. Еще на скутере какие-то парни влепились в грузовик. Сейчас найдет Настя. Вот он. Скутер и КамАЗ. Скутер и КамАЗ, но это было ночью. Мопед и автомобиль Volvo выехали на встречный путь. Кто-то выехал от них. Три человека скончались. Три человека скончались. Три. Я не очень понимаю, почему. А. КамАЗ выехал. КамАЗ выехал на встречку, да. И врезался в скутер, который выезжал со второстепенной дороги. КамАЗ и еще там Volvo был. Ой, то есть КамАЗ влепился в Volvo и в скутер. Вот что. КамАЗ влепился в Volvo и в скутер. Понятно. И сейчас еще наши с энтузиастов, вот это молния, партия Народная Свобода отказана в регистрации. Что это за партия? Это секретарь федерального полицсовета говорит. А кто, что за партия? Надо сейчас, я посмотрю. Посмотри, хотите? Пожалуйста, Народная Свобода. Ну, посмотри, я... Они, помните, что-то там регистрируют? Ну, хотели. Вот время от времени что-то бывает. Давай, я сейчас напишу. Вот, за Россию без произвола и коррупции. Свобода народа, ОРК. Есть такая. Партия Народная Свобода. Нет, а я прямо есть. Я в Гугле сейчас забил. Новости, блог, форум, как вступить. Ну, а я просто вот на их сайт пошла. Свобода народа. Марина Салье здесь фигурирует. Михаил Касьянов, ну, видно же. Владимир Милов. Милов, который президент России будущий. Милов. Сопредседателя. Как вступить? Борис Немцов, Владимир Рыжков. Во! Это Немцова Миловская. Милов, который президент России. Какой президент России? Владимир Милов, президент России. Они его в президенты прочат? Он себя прочит. Он давал интервью, где со всей степенью откровенности сказал, что он хороший был бы кандидат в президенты от демократических сил. Но он не сделает нам такого подарка и не выдвинется. Чем закончилось интервью? А, ну все, им отказано в регистрации. Понятно, понятно. Значит, что теперь будет? Не знаю, что теперь будет. Поехали. 9:06, мы обещали голосование. Значит, смотрите, мы говорим о начале войны. Мы говорили о начале войны, и мы подумали вот что. А если сейчас... А это Парнас. Боже мой, Парнас. А, это и есть Парнас. Да это Парнас. Это немцовская эта тема, значит, где все это, дурочка вся эта. Да ну их, слушай, всегда, когда Немцов... Знаешь, когда я Немцова выдвигал бы в жеребчике, а никогда бы я не выдвигал его в политике. Немцов классный, но он жеребец. Ну, надо просто понимать. Понимаешь, да, о чем я говорю сейчас? Ну, я понимаю. Значит, а некоторые думают, что... Немцов классный. Я его видел недавно видел в Ютьюбе, как он идет с обнаженным торсом, с девкой с какой-то. Ну, я не знаю, может, пожалуйста, это может быть что-нибудь хорошее. В смысле, наоборот, может, племянница, не знаю. Или там, скажем, там. Ну, вот, по... Или просто шла недалеко. По Эйла, в Эйлате. Слушай, и глаза искрятся. Я сейчас про Борю говорю. Он старше меня на 9 дней, знаешь, Боря? Да. Ты знаешь, что он старше меня на 9 дней, да? Совсем небольшая, Сергей, разница. Да, а я зато старше на 9 дней этого, на 10 дней Олега Добродеева. Вот так, да. Слушай, и значит, он идет по Эйлату на Ютьюбе, я смотрел. Мне бросили ссылку просто. Я пошел по ссылке, как дурак, ну что теперь? Не он идет. Ссылки на вас. Мне просто. Плевать, абсолютно плевать, где он ходит, но не знаю, мне кинули ссылку в Фейсбуке. Слушай, и он идет в Эйлате, значит, с обнаженным торсом, с какой-то девицей и так далее. Глаза блестят, мускул играет. Глаз дурной, шалопутный такой, знаешь, как жеребчика такого. И ясно, что он выделит там сколько хочешь этих факультетов таких девок. Хочешь 3 факультета, хочешь 4 факультета и так далее. Ну, молодец, а зачем вот этот Парнас, это политикой? Ему надо больше по гормонально развиваться. Он не одно вместо другого, он, видите, как совмещает. И так, да? Правда, ему не очень успешно отказывают, Минюст отказывает. Что-то должно не получаться, уж пусть он по гормональной идет стезе, и там он преуспеет, и больше, я тебе серьезно говорю, он мог бы весь МГУ передрать спокойно, но он не надо в политику, зачем этой ерундой заниматься? Так, хорошо, давайте-ка вот что, если вдруг 22 июня, мы ставили вопрос о том, как было 22 июня в 41 году, и мы говорим о всеобщем желании, вот этом вот типичном русском, советском, российском, в широком понимании русском, защититься и сплотиться. И мы спрашиваем, а если бы вот сейчас такая фигня? Вот если бы сейчас мы бы сплотились так же, как в 41 году, 916-5581. Да, 916-5581. Если бы сегодня подобное нападение произошло,
мы бы показали способность к сплочению не меньшую, чем в 41-м году наши предки. 916-5582. Нет, ничего подобного бы не было. Похудшал народ. Испаскудился народишко. Испаскудился народишко. 916-5582. Вот у меня предложение. Это голосование ровно на минуту. Ровно на минуту. Через минуту обсудим. Подъем. С Сергеем Доренко на РСН. 9 часов 10 минут, 11 минут почти, и вот вам ваше голосование. Смотрите, огромное число людей. Слушайте, жалко, прямо у меня по 50 звонков моргает каждые несколько секунд, а? Ну, давайте напомним, давайте чуть-чуть. Значит, смотрите, если 22 июня, сегодня 22 июня, если бы подобное нападение, подобное по размаху и по ужасу произошло сегодня, мы так же бы сплотились, мы так сплачивались. В 812 году Толстой, который постфактум описывает события, рассказывает об этом, значит, ну и не только Толстой, значит, мы бы также сплотились, ровно так же. 916-5581 телефон, позвоните, 916-5581. Нет, ситуация изменилась, и мы бы не так реагировали. 916-5582, 916-5582. Совершенно все по-другому, и нечего и говорить. 916-5582. Катастрофия, ну, кошмарно растет. Вал звонков огромен, поэтому, ребят, я не торможу, супротив правил. Мы обычно по минуте голосуем, но у меня что-то нереальное творится в телефонной линии, поэтому я не буду пока, ладно? Значит, да, мы бы сплотились так же. 916-5581. Нет, мы сегодня не способны на такое сплочение, поизмельчали, сказать, там дрянь и тряпка, и поиспаскудились, вот, и 916-5582. Теперь разговор с людьми, давайте. Вот смотрите, извините, я, секундочку, 916-5581, да, 916-5582, нет, мы бы не сплотились, мы теперь так не умеем. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, слушаю. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, сплотились бы или нет? Не понял. Сплотились бы или нет? Нет, я не вижу стимула, да, там, за кого воевать там и что-то мне делать. Вот честное слово, я... А вообще просто за землю русскую, вот просто за землю русскую. Что за землю русскую, что такое русская земля, как бы? Я вот не вижу, я думал об этом вопросе, как бы, пойду или нет, как бы, да, нет, я бы не пошел, я бы в тыл куда-нибудь, честное слово. В тыл, но вы бы не перебежали к врагу? Нет, к врагу не перебежал бы, но и воевать не должен. А вот у нас, знаете, пишет парень один, а я бы, говорит, пошел в партизаны, но бил бы не только внешнего врага. Вот такой. Да, вот это смысл, вот согласен. Он говорит, я бы пошел в лес, но бить бы стал не только пришельцев, я бы, говорит, нашел кого бить, и кроме пришельцев тоже. 788-107-0. Голосование продолжается. Вот. 788-107-0. Тем не менее. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да. Алло, здравствуйте. Я думаю, что сплотится народ, но часть, знаете, народа, часть разделится перед границей и убежит в другую сторону, в Франции, в Голландии и Англии. А если это будет Китай? Ну нет, но есть же, слушайте, вот подождите. Да. Ну давайте так. Да. Но есть какое-то все равно ощущение земли нашей. И есть генетически. У каждого народа есть это. Есть ощущение, что чужие не должны сюда приходить. Да, но я вот, знаете, что-то я не пойму. По-моему, враг-то уже давно здесь. Серенький такой сидит. Перед счетами, перед калькуляторами. В областях московских, в московских думах сидит. Вот такой враг опасен. Ну, что не было тогда, что ли? Ну, подождите. Были снимали пулеметы, Сереж. Снимали пулеметы прямо перед войной самолетов. Те же чинуши. Да. В погонах. Значит, независимо от этого мы можем сплотиться. Конечно. Ну, можем. Ну, конечно. Ребят, давайте. Две отечественные войны было. Две. В одной отечественной войне была элита. Ну, я вам помню. Ну, первая элита, первая отечественная война. Элита разговаривала между собой по-французски. Вы понимаете или нет? Да. Значит, элита по-русски говорить... Не умела. Они не умели, ну как бы... И одевалась она по-французски. Нет, ну они умели, ну типа и вот... И в карьерах французских ездили, да. Барыня легли и просят. То есть какие-то совсем короткие фразы могли сказать. Понимаете? Это совсем короткие, типа... Короткие фразы, типа... Дурак, поставь самовар. Что-нибудь... Дурак, неси скорее самовар.
Ну, какие-то совсем короткие фразы. Ну, ведь сплотились же. Ну, сплотились. Говорящие по-французски и поровшие французов вилами все сплотились. Несли ответственность за свой, не побоюсь этого слова, народ. Резали, помните? Слушай, резали, резали французов, резали, да. Пороли вилами. Одни да. саблями рубили да. французов. Да. Понимаешь, да? Угу. При Красном, при Березине. Ты знаешь, Березина одно из самых, один из самых страшных кошмаров во французской истории. Когда порубили их у реки Березина. Это уже вот под, почти под Минском. Но они не уезжали на ПМЖ в Лондон, понимаете, в то же время. Они ездили на воды в Баден-Баден и учились в Европах, но все возвращались и говорили по-французски, но тем не менее несли ответственность за вверенных им крепостных. Ну, очень как? Верное отличие. Так? Очень верное отличие. То есть их тыл был в России. Да. У сегодняшней русской... А, внимание, это очень важно. Настя, спасибо тебе большое. Значит, у сегодняшней русской элиты тыл в Лондоне. Тыл! Конечно. Потому что ты ложишься на пороге тыла. Ты готов умереть на пороге собственного тыла. Потому что говоривший по-французски дворянин, который не понимал, как с русским человеком объясняться, так оказалось. Да. У него тыл да. был здесь, тыл был здесь, тыл. Понятно, он готов был лечь на пороге собственного дома и умереть, защищая. Потому что дом был здесь, сегодня у него дом в Лондоне. У него нет сегодня здесь тыла никакого. Понятно, да? Поэтому, а он готов это место покинуть, потому что это не тыл. Это хрен пойми чего. Понимаешь? Командировка. Ну, может быть. Ну, может быть. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сплотились бы, да? Да, да. Нет, кстати, нет. Почему? Да, я как-то уже раз звонил вот по поводу БАМа, и я то же самое сейчас скажу нет, потому что родина мне ничего не отдала, и вы правильно сказали, что у новых русских тыл находится за границей. Да. Ну, у новых русских, ну давайте без них. Ну давайте без. А что нам новые русские? Давайте без них. А мы что? А вот вы, я, мы. Ну, дальше. А зачем нам новые русские? Уважаемый Сергей, а что мы можем сделать, когда полстраны взяли и поразворовали полностью ну газ в чьих-то руках, нефть тоже. Ну что, все равно есть идеалы. Все равно есть идеалы. В советские времена... Все равно есть земля. Ну как, ну нет, ну как, ну... Ну правда же, не надо себя тешить иллюзией, что в советские времена нефть, например, или газ принадлежали нам с вами. Значит, ребят, во-первых, в советские времена, было совсем мало времени прошло после революции. Безусловно, совсем мало времени прошло после голода. В целом ряде областей и экспроприации земли, да, землю дали, отняли и так далее. Значит, совсем мало времени прошло. И люди, конечно, по-разному относились к советской власти, больше скажу. Наверняка очень многие негативно относились или критично относились. Наверняка, Настя. Понимаешь? Но это разные вещи. Но это разные вещи. Василиса Кожина порола вилами французов, а, значит, а русский человек шел против немца. Потому что есть некая иная еще ценность. Она есть или нет, я пытаюсь выяснить. Ну, конечно, она есть. Слушай, я остановлюсь сейчас. Голосование скажу вам. 32,3%. 32,3% говорят, что все так же. Что ровно так же сплотились бы. Ребят, давайте попробуем округлить чуть-чуть. 32,3 будем считать третью. Это не треть. Это на 1% меньше. Но 32,3%. 60, огромное количество позвонивших, 67,7% считают, что нет. Значит, две трети. Две трети считают, что все по-другому. Теперь и мы бы не сплотились. Нет, мы бы не сплотились. 788-107-0, 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте. Владимир, Москва. Хотел бы высказать свою точку зрения. Давайте, Владимир, да. Если начнется война, мне кажется, что начнут массово сдаваться в плен. Потому что для многих людей это единственная возможность свалить из этой страны. Посмотрите, немцы, в то время, когда они начинают войну, пользовались гигантским, огромным авторитетом. В Европе как культурная нация. И в России как культурная нация. Россия состояла в огромном своем числе из германофилов. Понимаете, да? И тем не менее, шли воевать. Нет, и тем не менее... Ну как, ну и шли воевать. Мы хотели нашу страну, хотели в будущее. Сейчас такого нет. Нет. Вы знаете, я не исключаю такой возможности, что я один из первых сдамся и вывезу отсюда семью.
Потому что ничего хорошего, тем более после очередной войны, нас здесь не ждет. Скажите, почему? И будет война, и не будет война, без разницы. Я вам скажу страшную вещь. Очень не скоро будет хорошее. Я вам скажу удивительную вещь. Вот вы сейчас говорите, а я вам не верю. Вот я уверен, что вы пойдете воевать. Конечно, пойду. Ну, ясен пень. Вы же знаете, что там, на самом деле, не лучше. И мы с вами в окопе, Вот так же будем клясть чертову ситуацию, и все равно пойдем воевать, понимаете? Я с вами соглашусь. Скорее, да. Вот он говорит, а я сдамся, и семью, и свалю, и ну их нафиг, и ненавижу, и прочее. Понятно? Нет. Теперь внимание. Вот этот же разговор мы повторим в окопе. И оба будем ненавидеть, и пойдем воевать. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да. Ну, включаются другие механизмы, ребят, ну что вы, включаются другие механизмы включаются. Совершенно иные, более могущественные, абсолютно принципиально могущественные, которые есть у русского народа, они есть. Понимаешь, вот их нет, например, там, я не хочу сейчас никого обидеть, но мне кажется, может быть, я ошибаюсь, их нет, например, у чешского народа. Да, ну нет, Сергей. Чешский народ охотно сдается время от времени. Нет, нет, они просто их мало, но я думаю, что чешский народ охотно с любовью к этому делу охотно сдается. Французы, надо отдать им должное, время от времени охотно любят подсдаться. Да ладно, один и раз. Резистанс, там, спокойно. Ваша резистанс преувеличена, мамочка. Сильно преувеличена. Было, не надо. Нет, но сильно преувеличена. Какая-то сильно преувеличена, веркушка. Спокойно. Сильно преувеличена, Настя. Сильно преувеличена. Не надо отрицать. Но сильно преувеличено. Хорошо. Значит, у русских, тем не менее, есть какой-то параллельный механизм. Мы все недовольны, но мы все будем защищаться. Понимаешь? Мы, может быть, в 812 году кто-то надеялся на отмену крепостного права, и даже потом они сделали с декабристами там какая-то частичка элиты, понимаешь? Мы, может быть, надеялись на то, что все будет по-другому после победы 45-го. Но это тоже было. Мы, может быть, опять пойдем, но я абсолютно твердо убежден, что я в окопе увижу в том числе самых яростных критиков. Самых яростных критиков. И они пойдут в бой. Я серьезно говорю. Потому что получаются другие механизмы. Настя. Хорошо. 9.22. Обзор печати. Подъем. Обзор печати. К 70-летию начала Великой Отечественной войны рассекречены документы из Центрального архива ФСБ России. Это документы НКВД. И первые месяцы, особенно после объявления войны в СССР, специальные органы следили за настроениями населения. И вот кавычки, и вот, собственно, цитаты. Теперь их можно все прочитать. Вот что говорили люди. К войне мы не готовы. У нас нет достаточного количества газоубежищ и бомбоубежищ. Сейчас половина народа СССР озлоблена против советской власти. Много людей сидит в тюрьмах, а у крестьян плохое настроение, так что воевать будет трудно. Народ будет против нашего правительства. Это цитата, вот только что мы слышали, что говорил человек, вот наш современник. И что тогда, в 41-м году, писали и думали люди. Сегодня можно с сегодняшнего дня посмотреть в Центральном архиве ФСБ России, и об этом сегодня рассказывают «Московские новости». Ну и все вообще газеты отмечают по-разному на всякий свой лад эту дату, 70-летие начала Великой Отечественной войны. В «Новой газете» вкладка из газеты такой вот того дня, 22 июня 41 года. В общем, смотрите. «Ведомости» рассказывают про партию «Правое дело» Михаила Прохорова. Несмотря на предложение замечательное переименовать партию в «Ё партию» или еще что-то, говорят, партии название не изменится, зато изменятся идеи, а также будут новые сторонники привлечены. Но сегодня об этом смотрите поподробнее в «Ведомостях». Будут критиковать в партии «Правое дело» госкапитализм и также дело Ходорковского. Депутаты Госдумы предлагают запретить продажу энергетических напитков молодежи. У ученых нет бесспорных данных о вреде энергетиков, но главный санитарный врач Онищенко горячо поддерживает этот запрет. Это сегодня в «Ведомостях» материал на эту тему. Смотрите, подростки и молодежь стали потреблять меньше алкогольных напитков, заместив их безалкогольными энергетиками. Это статистика вот государственная. Конечно же, очень много всего сегодня по авиакатастрофе под Петрозаводском. Там начинается процедура опознания тел погибших. И вот
очень бросается в глаза разница в освещении того, что там произошло сразу после катастрофы. Дело в том, что очень много свидетелей в разных газетах, МК, Комсомолка и Известия, и Life News с видео о том, как люди горели заживо, якобы кричали, были крики о помощи, и дачники, подоспевшие, там, вытаскивали людей, но кого-то не успели. Вот мужчина в красной куртке рассказывает там перед камерами в интернете ролик, везде можете пойти, там, например, на МК сайт зайти, посмотреть, говорит, что вот троих вытащили, а вот еще один руки тянул, но уже там что-то взрываться, гореть начало, к нему не смогли подойти, и этот мужчина, взрослый уже человек, он отворачивается, не может договорить фразу, потому что он эти руки, вот они у него только что перед глазами, вспоминает, не может договорить. И в это же время в российской газете свидетельства других очевидцев, которые говорят, как бы полемизируя, уже зная, что будут, видимо, публикации сегодня по поводу того, что пожарные службы вообще неизвестно, когда приехала скорая, да, пишут, через 10 минут прибыла первая машина, а про пожарных ни слова. Так вот, в российской газете свидетельство, что был шум, треск, а никаких криков о помощи не было. Вот это сегодня российская газета в подзаголовке публикует, и поэтому, не знаю, как тут, статья называется «Не долетел». Вот, как это можно понимать? Смотрите газеты, если читаете, не берите одну газету, берите несколько и сравнивайте, потому что понять, что там было, очень сложно на самом деле. В РПЦ обсуждается вопрос о переводе богослужения с церковно-славянского языка. Это сегодня в «Известиях» материал. «Молитва по-русски» называется. Александра Сопова написала. На официальных церковных ресурсах для открытого обсуждения опубликован документ «Церковно-славянский язык в жизни Русской Православной Церкви 21 века». Ну, конечно, мы, я думаю, все с нетерпением ждем реакции Германа Стерлигова, который так-то Русскую Православную Церковь не считает, так сказать, правильные, считает их отступниками, еретиками и так далее. Но теперь вот нововведение. Вы знаете, что сейчас очень сложно богослужение для понимания русскому человеку, потому что если вы не знаете текста, да, на самом деле узнать его тоже довольно тяжело, потому что он действительно на церковно-славянском. С другой стороны, это жреческое чувство, вот когда говорят на церковно-славянском, будет, безусловно, вульгаризировано переводом на современный русский. Вот, например, примеры приводятся в газете, как неблагозвучно в нынешнему уху некоторые вещи звучат. Например, сосущие младенцы, грудные младенцы, да, да. Они, вот это редуцируется, да. Первое, получается, сущие младенцы. Сейчас. Да, 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 сейчас. Или там, давай чуть позже вернемся. Называется «Сума, в которую вкладывали деньги». Ну, то есть, если, конечно, с лупы это все не смотреть, если бы не статья. 9:30 минут, вернемся к этой теме, а сейчас новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Пассажиров аварийно севшего в аэропорту Ростова-на-Дону самолета отправляют в Москву. Сел аварийно там самолет. Вы знаете, умер Антон, малыш, вот этот 10-летний мальчик, который... Еще умерла... Это, а? Да. Оксана умерла. Девушка тоже. Девушка вот эта 22 или 3-летняя. Нет, 27, подожди. Оксана. В Турции, которая. А, еще умерла девочка, да. Еще одна девочка, пятая, умерла в Турции от... Ну, там она на аппарате искусственного жизнеобеспечения, и у нее умер мозг. Да, угу. То есть у нее искусственное сердце, искусственные почки, как будто, я не понял, но мозг умер, все. Значит, да. Это из этого следует, что искусственное обеспечение, вот это жизнеобеспечение будут отключать. То есть она умерла. Еще одна девчонка, теперь пятая уже в Турции, умерла от метилового спирта, той памятной истории. Антон Терехов. Как его? Терехов, да? Да. Терехин. Значит, вот чудом спасшийся мальчик умер этой ночью. Вторая остановка сердца, не смогли спасти. Антон Терехин, да. Сестра его, Настя Терехина, она в Москве. Ее перевезли в Москву. Из шести человек, которые перевезли, одна из них Настя Терехина. Что с Оксаной Терехиной, непонятно. Оксана Терехина, которая писали, что ей 27 лет, потом оказалось, что это, видимо, их мать и с возрастом перепутали. Не 27 лет, значит. Ничего, на Life News ничего, вот в статье вот о мальчике ничего не сказано. Нет, подожди, про Оксану ничего не сказано. Оксана Терехина, которая ошибочно сообщали, что ей 27 лет, вероятно, все-таки это их мать, и она тогда старше, и с ней непонятно что. А мальчик Антон умер этой ночью. Вот. Давай на секундочку вернемся к теме. Да, я прочитал смски. Ребят, там опять про
Мороз, генерал Мороз, не надо про генерала Мороза. Значит, мы были одеты хуже, и знаете, если вы были в Европе или жили в Европе, вы с изумлением могли отметить, что они спят в совершенно холодных спальнях, и они привыкли к холоду больше, чем мы. Так как мы кутаемся по-настоящему и топим до плюс 26 зимой, там, до плюс 24 зимой топим, как бешеные, так никто не живет. И, во всяком случае, по моим наблюдениям, не знаю. Все как-то стараются, так сказать, жить в холоде. И не надо выдумывать про Наполеона, который бежал от мороза, потому что Наполеон уже 18 октября, он уже под Тарутином дрался, Мюрат, отступающая часть. 18 октября уже бежал Наполеон, то есть он бежал чуть раньше, а 18-го уже вступал в бои при отступлении октября. Никакой это не генерал Мороз, не надо выдумывать тоже, ладно? Вот, значит, давайте все-таки вернемся. Расскажи мне, пожалуйста, вот это про церковно-славянский вязь, язык. Что за тема? Объясни. Значит, они хотят перевести Библию на современный русский язык. Служение. Служение. Да, то есть будет служение молитва, не ибо, так сказать, там, сказать, а будет, идти, да, да, а будет по-простому. Шел, пришел, смотрит, видит. Ага, говорит. Ну что, ребята, вот так, да? Вот так будет все? Ну да, и вот как будет... И тогда влагалище будет не сумка, а будет сумка. Есть просто, какой-то известный церковный юмор, да. Ну, для посвященных, да, и там отдельно проходит такая фраза, ну вот журналист из «Известий» приводит. «Греби, греби от дивана на кресло, вместо гряди, гряди, то есть приходи от лива на невеста». Ну, это да. Первое песнопение таинства венчания. «Я крокодила пред тобою». «Влез на чердак Моисей». Это все, ну, это все как слышится современному уху, видимо, да? Да. То, что вот интерпретация «Я крокодила перед тобою». «Я крокодила». Да, «Я крокодила перед тобою». А они поют «Я крокодила перед тобой». Да, и «Крест на чертав Моисей». Ну, это ну, все, это кстати все... говоря, это культура искажения в хорах существует и в светских, ты знаешь, да? Нет, ну, нет, что-то. Об этом нет, гимн радости, я сам слышал, как гимн радости пели мои приятели, я рядом просто стоял позади за кулисой, они пели, выводили тру-ля-ля гадостно мне, гимн радости, сказали, нет, гадостно я, мне, конечно. Я читала как-то на лепре там. Нет, а люди слышат в результате радостно мне, неважно, гадостно мне. Как вот детское да. Ухо, знаете, что? Воспринимает и переначивает. Я в детстве думала, да. Чукчик кучерявый, там, например, вместо чупчик. Или, оказывается, абсолютно большинство советских детей вместо красавицы и кубку слышали, ну, никто не знал, что такое кубок, и все слышали красавицы и куку. Ну, как будто японская какая-то красавица и куху там. Ну, конечно. А типа услышать «бач фох чу тамбох», как мальчик едет в Тамбов, это отдельно. Значит, с молитвами то же самое, да? Ну, вот. Мальчик едет в Тамбов там все время у них. Употребление русского языка в церкви авторы вот этого проекта ограничивают проповедью. Нет, слушай, а может быть не надо переводить на русский язык, надо так и петь «Я крокодила перед тобой», «Я крокодила». Они так и поют уже давно. Ну, правильно, нет, не надо ничего понимать, это магический жреческий язык, и все. И не надо переводить его на русский, потому что он потеряет. Ну, давайте просто проголосуем быстренько, да. Слушайте, Библию... Я, например... Это же невозможно читать, ты же на иностранных языках. Однажды ты встретишься со мной в доме книги, и ты увидишь, как я торчу там перед Библиями. Я ищу что? Вот сказать тебе, что я ищу? Что вы там ищете? Я ищу... А здесь отдельная полка? Ну, конечно, у Библии отдельная полка. Такая невысокая, в смысле, но она не широкая, не очень широкая. Значит, там я ищу, во-первых, чтобы не было крупным шрифтом, потому что меня бесит, что в Kindle или в iPad лучше, чем в книге. Ну, куда годится? Книги должно быть лучше, чем в iPad, на мой взгляд, все-таки. Понимаешь? А вы все еще покупаете книги, да, вы хотите? Я покупаю книги, чтобы их понюхать, да, специально. Я занюхиваю рюмку водки книгой. Слушай, нет, ну правда. Значит, я покупаю книги. Я там ищу, чтобы там был постарше перевод какой-нибудь. Мне как раз чем старше перевод, тем лучше. Ну, вы хотите сказать, что вы на церковном... Нет, на церковном славянском нет. Нет, не могу. Нет, ну его, зачем, конечно, нет. Мне нужен перевод. Но лучше перевод какой-нибудь постарше. Потому что чем новее перевод, тем меньше сакральности, мамочка. Сакральности убывает трагически. Я читал на английском Библию Today's English Version. Там Jesus gone to and там meet, там, пожалуйста, кого хочешь там.
И все. И говорит, meet, и говорит, and say. Met them and said, and say. Oh, nice to see you. Hi, hi, Настя, what's up, Настя? Не, ну не настолько, но все-таки. Скажите, вы за то, чтобы, вот вы читали Библию, вы за то, чтобы ее и служение в церкви все нафиг поперевели на современный язык? Вот так. Все перевели на современный язык. Прямо вот по словарю. Вот как есть словарь современного русского языка, перевели бы на современный язык. Или вы считаете, да, да, это будет понятнее, 916-5581. Нет, потеряется сакральность. Потеряется сакральность, потеряется чувство жречества таинственного какого-то. 916-5582. Вот тебе и весь сказ. Договорились? Сейчас мы обсуждать это, если позволите, не будем, потому что... Но мы зато ваше голосование через минуту скажем, каков результат. Договорились? Поехали. Подъем. Сергеем Доренко на РСН. Поехали. 9:42. Вот вам результат. Вот вам результат, как я и знал, он консервативен. Результат консервативен. Настя. Да. 27,6% хотят перевести на русский язык служение. На 27,6%. 72,4%. Тогда будет понятнее. А 72,4% говорит, нафиг нам понимать-то. Там вообще нечего понимать, там древние... Верить блин... надо, а что тут да понимать? Нечего там понимать, мамочка, что там понимать? Там древние истории какие-то ближневосточные. Хрен пойми, как они соотносятся с моей сегодняшней жизнью, я бы отвечу тебе, никак. Никак. Значит, поэтому для меня это заклинание по существу. И чем непонятнее, тем лучше. Конечно. Чем непонятнее, тем лучше. Понимаешь? Чем я больше всяких атрибутов, я вообще служил на арамейском. Я бы служил на арамейском, потому что я бы тогда ниц пал мгновенно со второй строчки. Ниц! И все. И мне бы чтобы рокотало такое. Есть у мистера Бина есть гэг такой очень смешной, где он в церкви, помнишь, потом рукой в соплю лезет потом. Где нет, таблетку я роняет. Еще не смотрю. Конфетку роняет, потом долго ее поднимает, потом засовывает в карман, в который он высморкался перед этим. Значит, там чего? Как смешно. Ужасно. Смотри, значит, там священник читает на арабском. На арабском? На арабском. Но это церковь. Да, а англиканское служение, англиканское да. служение. Священник нарезает на каком-то арабском языке, не пойму на каком. Ну вот. Значит, никто не понимает, мистер Бин в особенности ничего не понимает. Я думал, вот в такой момент, если вы служили на арамейском, я пал ниц мгновенно. Чем я меньше понимаю, тем меня сильнее пронимает. Понимаешь? А вот церковнослужитель нам тут поясняет через сайт. Речь идет не о переводе богослужения на русский, а о корректировке отдельных слов. Только вот, некоторые товарищ слов церковнослужитель, товарищ церковнослужитель, не переводите, не упаси Господи, потому что сделаетесь протестантами после этого. Чем непонятнее, тем больше вставляет. Серьезно говорю, ну поверьте мне, но я все-таки специалист по коммуникациям до известной степени. Чем непонятнее, тем лучше. Вот, смотрите, сейчас мы позвоним человеку, который обратился к нам через что, через сайт, да? Через сайт. Через сайт rusnovosti.ru. Сейчас проводит патруль человек. Сейчас мы попробуем до него дозвониться. Секундочку. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, это Сергей Доренко и Настя Аношко здесь. Сергей, расскажите нам, пожалуйста, про случай, про свой, и что за патруль вы сейчас проводите? Тут как не патруль, а как это называется? Ну, вы патрулируете какое-то место, да? Пикет, если угодно, да. 7.06 этого месяца по Бережковской набережной в 21.03 въехал на R6 мой. Сын. Сын 17. Подождите, это я читал, мой, да. Мой сын Петр. Да. Он студент ГИМО, второй курс закончил, сдал экзамены. Да. Просто поехал с человеком, со своим другом на Воробьевы горы прокатнуться. Маме сказал, мам, я прокатнусь. Да. Ехал на скорости 50 километров. 50 километров в час. 50 километров ехал на скорости. R6 это Yamaha мотоцикл. Yamaha мотоцикл, да? В это время его прижало к левой стороне машина, едущая в его потоке. Да. То есть она сбила его левой задней стороной. Его, как говорят, мотоциклист руль расколбасило как-то, да. Ну, короче, начал бить руль от машины. Да, да.
выдавила его на встречную полосу, там двойная сплошная. Да. В это время навстречу летел Мерседес с огромной скоростью. Да. И вообще... Он его сбил. Не тормозил, даже когда бил, не тормозил. Вообще не тормозил. Сбил. Сейчас, извините. Нет, вы нас простите, что... Не могу вообще, ребята, простите. Нет. У меня вес 125 килограмм, рост у меня 196, я плачу как баба, простите все. Нет, не вы расскажите, все равно мы подождем, не волнуйтесь. Не останавливаясь, не тормозя, моего Петю ударил бампером прямо в голову. У него шлем был, ну там самый дорогой какой-то шлем купили ему. Да. Шлем слетел на 20 метров. Потом Петю затащило под машину. Он по нему проехал тоже, не тормозя. Весь ребенка переломал. Все, ребенок. Все ему поломал. Сергей, скажите, как помочь? Что найти? Кого найти надо? Вы скажите. Говорите, белый намаз. Белый Мерседес, вы говорите? Да. Кого искать? Смотрите, я... Ну, ГИБДД расследует эту ситуацию. Да. Они взяли видеозапись с Рэдисон Славянской. На Рэдисон Славянской была видна момент этой аварии. У меня эта запись есть. Я хочу... Может быть, есть специалист у вас, чтобы отцифровать эту запись. Потому что видна... Москва... Найдем мы специалиста, слушайте. Полно. Во-первых, специалистов в Москве как грязи найдем. Найдем. На сайте вывесим, наверное, есть это видео. Есть свидетель, да. Который ехал сзади, который все видел. Да. Вот, нам нужно... установить, то есть марку эту машину, но я не буду... Кто говорить, толкнул, видеть, смотрите, надо найти, Сергей, надо найти, кто толкнул вашего сына и того... Кто толкнул? Парню было 17 лет. А Мерседес это что, июня 18 должен был использоваться. Да. А Мерседес не остановился и улетел, да, все? Нет, он остановился через 200 метров, когда Петя уже полностью поломал. Да. Убил там. Да. Сразу же ребенок умер. Значит, на месте. Вы человека в Мерседесе знаете? Вы не знаете человека, который толкнул вашего сына? Да, да, да. Кто да. Вытолкнул? Он скрылся. Это человек, который вытолкнул на встречку мотоцикл. Он скрылся. Да. Вот с этим надо помочь. Но мы стоим каждый день на Бережковской набережной с 19 до 22 часов вечера с плакатами. Кто видел... Найти свидетелей. Кто видел очевидец, кто... Просим вас рассказать. Сергей, там, смотрите, что сделал. Смотрите. Но, значит, телефон ваш. И уже прошло 16 дней, сегодня как нету Пети. Уголовное дело не открыли до сих пор. А без уголовного дела ГИБДД не может запросить у всех служб те камеры, которые по трассе там есть. Смотрите, сделаем как. Значит, во-первых, я вашу эту историю, вот то, что я получил от вас на Русновости, я вывешу в Фейсбуке, значит, у меня там читателей все-таки хватает. Потом, еще, вам позвонят ребята, кто-то поможет сейчас с видео. Это, ну, да. После выпуска я в 11 выскочу и займусь этим, ладно? Я ничего не делаю, я целый день только езжу в ГИБДД, в милицию, стою как дурак на дороге, в надежде, никак. Что кто-то остановится, может, кто-то что-то расскажет. Да, ничего, значит, на Бережковской набережной сейчас Сергей, отец Петра, который мотоциклист, на R6, это Yamaha R6, правильно? Его вытолкнула какая-то машина, толкнула машина навстречку, ударила, вытолкнула навстречку. Это есть на картинке. А по встречке несся на огромной скорости по набережной машина, которая убила по существу. Вот. Значит, надо найти парня, который его вытолкнул и потом свалил оттуда. Сергей, держитесь. Знаем, что это белая машина, хэтчбэк, такая, ну, не новая. Да. Но номер плохо читается на видеозаписи. Посмотрим, что мы можем сделать. Смотрите, после 11 тогда мы с вами свяжемся по поводу видео. Договорились? Сергей, мы каждое утро с Петей ехали в институт и слушали... Да нет, это не... Слушайте, вообще не имеет значения. Одну землю топчем, будем помогать. Все. Давайте. Мужество вам и силы. Спасибо. Спасибо вам большое. Это был Сергей, который стоит на Бережковской набережной каждый день с 19 до 22. Ну вот и сейчас, и потом будет стоять с 19 до 22, стоит и ищет свидетелей. Ему нужны свидетели. 9.51, звоним на биржу. Подъем с Сергеем Доренко на русской службе новостей. Фондовый рынок.
прогнозы и комментарии. 9.53, почти, Лев Быстров. Здравствуйте, Лев, как у вас? Доброе утро. Ну, более-менее уверенность все-таки вчера на рынок вернулась, хотя так. И не без оглядки на внешнюю ситуацию торговали, конечно, но 0,8% по индексу РТС за день, конечно, прибавили, хотя и выше были значения, но вечером также потихонечку, но продолжили все-таки рост до 0,3% в среднем, хуже только норильский никель выглядел вечером. Я понял, что у нас доллар-евро, извините, что я вас спрашиваю, обычно я снабжен информацией, а в этот раз нет. А нет-нет, у меня есть что-то пляшет, тут 1,4369, а у вас? Секундочку, я сейчас посмотрю. 1,4384 уже. О, спасибо, спасибо, я перезагрузил. 1,4384, да-да-да-да-да. Спасибо. Хорошего дня вам, Лев. До свидания, до свидания. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. И Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте. Как у вас дела? Как на единой электронной торговой площадке? Доброе утро. Сегодня индекс отыграл вчерашний пик, на 54 пункта упал, и тянутся вверх только показатели экономии на торгах и активность поставщиков. Можно уточнить, то есть вы вчера какой-то у вас был гэп вверх, а теперь вы назад, да, или наоборот? Да, да. Сегодня, да, у нас идет коррекция, так сказать. Понял, коррекция. Хорошо. На всю сумму, да. Ага. Значит, из 90 миллиардов рублей, которые у нас сегодня размещены, такие лоты мы выбрали для, да, поставщиков. Поехали. Содержание бездомных животных в Москве на 8 миллионов рублей. Да. Ремонт газонов в Раменках на 3,5 миллиона рублей. Охрана жилых домов в Западном округе на 59 миллионов рублей. Далее идет 11 лотов на поставку картофеля и овощей. Урожай 2011 года для департамента потребрынка Москвы. Каждый в среднем на 40 миллионов рублей. И в сумме 0,5 миллиарда рублей торгуется на этих лотах. Да. Далее поставка 128 сертифицированных компьютеров для ВСТЭК России на 10 миллионов рублей. И на 17 миллионов рублей для ФСКН, тоже компьютера. Спасибо. 128 за 10 миллионов, это сейчас Настя мы будем считать. Спасибо вам большое. Сколько стоит один компьютер у них там? Интересно, правда же? Хорошего дня вам, Андрей. Это был Андрей Черногоров, Единая электронная торговая площадка в движении. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Что, дорогие компьютеры у них. Слушай, еще раз, сколько компьютеров? Ну, 128 компьютеров за 10 миллионов рублей. Внимание, сейчас я тебе объясню, что это значит. Это значит, что у них стоит каждый компьютер по $300, ну, примерно. Понятно? Ну, это не очень дорого же. Нет? Нет? Раз, два, три, сейчас я... Я бы им компьютеры долларов по 30 купил бы, а не по 300, мне кажется. А не, 78 тысяч. Послушай, для чего им компьютеры, чтобы в Одноклассниках сидеть, толку никакого. 788-107-0, 788-107-0. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Добрый день. Профсоюзная в районе, да, Новых Черемушек напротив Царского села, да, сдохла. Профсоюзная напротив Царского села, Новые Черемушки. А, это там, да, вот то Царское село. 788, я пытаюсь сразу... прикинуть, где это Царское село, и у меня почему-то взгляд опускается на Кунцево. А есть ли там тоже? Да, слушаю. Да, здравствуйте. От речного вокзала до Химок 5 километров в час. От речного вокзала до Химок, то есть вы пытаетесь выехать из города? Совершенно верно. Спасибо, Химки стоят на выезд. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, где едете, что видите? Доброе утро. Здравствуйте. От Ленинградки до Рязанки 80-100 без тормозов. От Ленинградки до Рязанки, да. Как вышли, севером? Ну, я шел как, направо, получается, по внутреннему кольцу. По внутренним северам, правильно, правильно. Так, да, точно. Да, и, а Рязанка имеет затруднение, тут три кренделя, отмывают асфальт и какие-то, наверное, деньги. Спасибо. И зубными щетками при этом еще, да? Зубными щетками отмывают асфальт. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. От Люблино точно я выехал. До Рязанки мертво. На Рязанке на мосту она и так держит, а там авария еще. Авария на мосту на Рязанке, да? Да, и еще одна хохмочка. Впереди меня едет старая 24-ка, черная универсал такая длинная. Да. АМР с мигалкой. Я таких не видел никогда. Старая 24-ка АМР с мигалкой? Да. Спасибо. 788-107-0. А, мы таких не... Ты понимаешь, о чем речь? Старая, ну, да, Волга, ГАЗ-24. Старая Волга, отличная ГАЗ-24. Старая Волга, да. Отличная стала. Она АМР, она с мигалкой. Ну, это странно. А что она делает? Не может быть. Мы не знаем. Мы не знаем, почему. Это свидетельство о скромности. Но внутри бэха должна стоять. Внутри должен быть бэшный мотор. Правильно? Спорт, поехали. Русская служба новостей. Русновости.ру.
Подъем. Десять часов четыре минуты, среда, 22 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Что смотришь, Настя, Сергей, говори быстро. Бережковская набережная. Бережковская набережная, это Рэдисон Славянская. Он же сказал, Рэдисон Славянская. Знаешь, там еще какой-то такой ресторан на воде. Дурацкий, сделанный Китай. Ну как, под китайский сделано. И написано, что это корабль викингов в результате. Да, я видела. Я знаю, китайские викинги как раз пригнали этот корабль, я понимаю, на Москву. Давно он горел однажды, я помню. Но, да? Так. Хотелось бы мне посмотреть на китайского викинга. Так, объевшегося мухоморов, к тому же. Ленинградская область от фестиваля очень плохо, пишет 77-й. Так, секундочку. У этой Волги номер А-863МР-97. Сам был в шоке. Вот 440-й пишет. Таких волк очень много. Я как-то попал за медведевским кортежем. Так вот, во время его проезда и после в толпе обычных автомобилей было прилично таких волк без мигалок. Это такие волги, которые ехали вместе со всеми, но как бы следили за ситуацией. Понятно? Да. А регион какой? 97-й или какой? Там 97-й. 97-й, да. И все. Значит, да. Нет. 10 миллионов разделить на 7... Подождите. 10 миллионов разделила на 128, и получила 78 125. Чего 78 тысяч? Нет, значит, да, все правильно. Значит так, нам Андрей Черногоров рассказал про то, что 128 компьютеров будут куплены за 10 миллионов рублей. Да? За 10 можно миллионов рублей. За 10 миллионов рублей. Рублей. Ну что, ну не долларов, понятно, да. Теперь вот раздели там, мне 10 8... миллионов. Раздели мне снова 10 раз. Миллионов. На моих изумленных глазах. Дай сюда, дай сюда, дай сюда. Пиши. Это что ж ты? У тебя, да, пожалуйста, давай. 10 миллионов, пишу. Я при том пишу, как вот раз, два, три. Раз, два, три. Правильно, Сергей. Теперь спасибо тебе, Барь. Какая ты добрая. А? Я тоже так делаю. Раздели на 1, 2, 8. Равно 78 тысяч. Я. А 78. Почему? Начинайте торговаться вниз. За сколько вы продадите компьютер? Я за 70 готова. Что ты плетешь-то, да? Ну зачем ты это... Это будет 78 тысяч за комп. Экраном. 78 тысяч за комп. Да за 78 тысяч, мамочка, я хороший Mac куплю. Вот мы с вами будем торговаться на глазах у изумленного этого ведомства. А я буду говорить, а я вам куплю. За 60. Вот этот, который у меня сейчас стоит, компакт. Со скидкой. Я со скидкой, мне дали скидку. Я купил. Существенно дешевле. Да что это они обалдели там, что ли, совсем? Так вы предлагаете им свои условия, не согласятся? Давай, вернемся к катастрофе. Да. Вернемся к катастрофе самолета и то, что нам стало известно за... Вы знаете, русская служба новостей занималась весь день вчера исследованием этой темы. Очень много людей звонило, очень много мы обзванивали всевозможных ВИПов. Мы за день там обзвонили кучу экспертов и так далее. Больше, мы обзвонили свидетелей, мы обзвонили местную прессу, которая прибыла там через час и так далее, да? Угу. Вот картина происшедшего такова в результате. Приехала через 10 минут первая скорая помощь. Да. Через 10 минут первая скорая помощь. Да. Второе. Самолет действительно произвел жесткую посадку. И действительно летел, катил, ну как сказать, он уже без шасси, вот, собственно, сам корпус, летел, разваливаясь на части, раскалываясь, разваливаясь и горя. Он продолжал движение на большой скорости по местности, там, по дороге, и не только по дороге. Значит, надо понимать, что очень многие средства массовой информации, кроме этого, еще кроме нас, кроме Росновостей, еще очень многие средства массовой информации сообщают о том, что кричали люди из самолета, и много было криков. То есть люди горели живыми. Это тоже. Единственная газета, которая это опровергает, российская. Так?
Так. Ну, давай, расскажи мне. Значит, всюду появляется... Причем она, как она это не подтверждает, она не просто отдельно пишет, она пишет: «Криков о помощи не раздавалось, только треск стоял». Это цитата из очевидца, которая опровергает, да, значит, косвенно, смотрите, да, всех остальных. Значит, смотрите, все средства массовой информации, все свидетели говорят о том, что были крики о помощи. Еще были выжившие, их можно было спасти, да, если бы потушить все огонь. Все средства массовой информации рассказывают, что вот, значит, свидетели. Я подбегаю, я хватаю, да, я пытаюсь схватить, но взрыв, еще что-то и так далее. Да, сильный пожар, тоже. Руки торчат, люди просят, чтобы им помогли высказать. Нет, не получается. И они, то есть, умирают на глазах у очевидцев, люди. Мало, что они умирают на глазах у очевидцев, они делают это в продолжении какого-то времени. То есть, они сколько-то минут горят, кричат и умирают. Они там загораются еще. Там, насколько я поняла, вот из свидетельств очевидц, которые видео я посмотрела, да, на сайте МК, они успели оттащить троих, а за четвертого, например, который тянул руки как раз, не успели, да, достать, потому что что-то начало загорается гореть сильнее, еще и взрываться. Да, то, да, есть, например, прибегают там дачники, в трех вытаскивают, а четвертого вытащить не могут, потому что пламя сильнее и сильнее делается, и стало быть, вслед за этим четвертым, который протягивал руки... Ему уже нет подобраться. Вслед за этим четвертым, там внутри еще горят люди. Да. Живые люди горят. Но добраться невозможно. Вот вам картина происшедшего. Единственная газета, которая это опровергает, устами свидетеля, никаких криков не было, ничего не было. Был только треск. Это российская газета. Теперь, насколько можно верить российской газете в условиях, что она дает одного свидетеля и который противоречит всем остальным, я здесь был бы осторожен. Я бы здесь проявил осторожность. Я бы скорее верил множеству свидетелей. Вопрос на засыпку. Рядом аэропорт. Рядом аэродром. Да. Значит, я представляю себе аэродром как место, где чертова уйма пожарных машин должна быть. А? Как будто бы да. Там же, ну, это же место повышенное. Так, ну, мы читали по-английски вот это вот, кстати, помнишь, аэропорт? Текст про аэропорт? Да нет, аэропорт, книга была, аэропорт. Я забыл, сейчас я посмотрю в Вики. Значит, аэропорт, конечно, книга. Значит, мы читали, но это, правда, было про американский аэропорт, но что там вводится невероятная чертова уйма всяких пожарных машин. Но не в Петрозаводске, очевидно. Вот я сейчас посмотрю, сейчас минута рекламы, через минуту вернемся. Подъем с Сергеем Доренко на русской службе новостей. Я тебе объясню, действие романа «Аэропорт» Хейли, Артура Хейли, происходит в 67-м году в пятницу вечером с 18:30 до часа 30 ночи в аэропорту Линкольна в Иллинойсе. Там буран, там снег. Я из этого вот романа, и там Боинг 707 съехал с бетонированного покрытия, застрял в раскисшей под снегом земле. Хаос, Бейкерсфелд и так далее. Вот это все история про Мела. И там у него Либи, Синди, ну и дальше все идет. Слушай, значит, я оттуда извлек сведения из аэропорта Хейли, что в аэропорту должна быть чертова уйма пожарных машин. Скорая помощь приезжает через 10 минут, чертовых пожарных довольно долго нет. Вопрос, как это может произойти? Я от себя добавлю, что я рванулась сейчас искать сайт, да, аэропорта Петрозаводска. Наверное, никто не удивится, узнав, что похоже, что сайта никакого у аэропорта нет. Но есть, например, страничка на народе.ру, которая называется бесовец.народ.ру. Да. И на ней написано: этот сайт посвящен аэропорту Бесовецк, новый корпус которого был открыт 8 июля 2004 года. И дальше... Есть цены на билеты, то есть на народ.ру. Тут энтузиаст какой-то. Выложен, да, какой-то энтузиаст что-то такое выложил. Ребят, мыли, да. Вы, пожалуйста, расскажите нам, кто работает в аэропортах, кто связан с пожарной охраной или с аэропортами. Расскажите нам, пожалуйста, вероятно, наши сведения из романов Хейли глубоко ошибочно. Алло, здравствуйте, да. Добрый день. Да, здравствуйте. А вот недавний случай в Чкаловске, может, слышали, там 15 минут самолет летал криво. Да, пока, да, конечно, да. А вы видели, что когда он садился, ни одной машины вообще не было спасателя? Он 15 минут летал над аэропортом, и никто его не встречал, только ребята местные на велосипедах. А в форумах они потом пишут, что у них просто нет ничего. Насчет тарелок, знаю, есть, нету, но... То есть вы знаете, что когда... Да, нет. Обычно,
обычно, обычно мы понимаем, что когда, ну, во всяком случае, вы помните, помните фильм еще, какой же был фильм, где там стюардессу на кровать все время укладывали, как фильм русский про самолет. Самолет, ну, они из Афганистана взлетают, трудно, землетрясение, тыр-пыр, восемь дыр. Ну, ребят, вы что, ребят, вы откуда? Я, как вы, Вуди Аллена только смотрю, не знаю. Я тоже смотрю Вуди Аллена, но я не помню, ну, какой-то был фильм, что русский самолет взлетает из Афганистана. Экипаж! Экипаж! Вот когда экипаж садится, самолет, экипаж! Фильм такой, экипаж называется. Я его смотрел с середины. Мне неоткуда было узнать название, мамочка, потому что я смотрел его с середины. А с момента, где стюардессу закидывают на постель. Ты говоришь, слушай меня. Я знаю, что когда он бум-бум и разверзлась земля и все, чего хочешь, и он приземляется сюда, его встречают 50 пожарных машин, скорой это помощи. Это только в кино так бывает, Сергей. Нет, в жизни такого не бывает. Не откуда никого мы знаем про жизнь? Скажи мне, ты жизнь жила? Ну, я тебя спрашиваю. Часть уже... Нет, наплюй и забудь. Все, что ты знаешь из кино и книг. Да. Все, что ты знаешь из кино и книг. Скажи, ты больше знаешь из книг или из собственного опыта? Я от слушателей очень много знаю. Ты больше знаешь из книг, слушателей? Книг, очевидно, из книг. Я знаю, что пингвины Ты знаешь больше из чужого опыта, чем из своего. Конечно, очевидно. Ты знаешь, что Фритьёф Нансен отправлялся открывать Северный полюс, конечно. Да, разумеется. Да. Но ты там не была при этом, правильно? Нет. Таким образом... твой опыт чужой больше, чем твой опыт свой. Я согласна. Понятно, да? Да. Все, вот и все. Значит, поэтому я из Артура Хейли и из фильма «Экипаж» почерпнул важные сведения. Почему, черт побери, в Петрозаводске не было никаких этих самых? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да. Приехал потом пожарная помощь, уже залила трупы. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Добрый день, Сергей. Я летал в 92-м году в аэропорту Домодедово. Да. Так вот, был такой смешной случай, когда на стоянке сгорел самолет, готовящийся к вылету. Ага. При том, что была очень большая куча пожарных машин. А пожарные машины были при этом? Были. А они включали что-нибудь или просто смотрели с любопытством? Нет, они поехали, но дело в том, что самолет был подключен к электричеству, тушить не решились водой, потому что машина заправленных пеной не оказалась. Ага. Вот, вызвали машины самого города Домодедово. Да. Они, безусловно, появились там буквально через несколько минут, но тоже не смогли потушить. Так в итоге самолет на стоянке сгорел. А люди в этот момент отсутствовали или нет, тоже? Людей там не было. Там был только техник, который подвесил лампу под двигатель, проверял двигатели, а сам ушел в кабину. Но он вышел спокойно. В общем, собственно, без жертв все обошлось. Ну и слава богу, смотрите, как хорошо, что иногда мы сжигаем самолеты без жертв. А там, вот объясните мне, в Петрозаводске, смотрите, ситуация. Он сел, он пришел не туда, там теперь 300 метров пишут. Я смотрел вчера по карте, 250 метров. Километр до полосы, 250 в сторону, вправо. Значит, смотрите, он летит кувыркучим образом самым по земле, да? Потом он разламывается на части, горит, люди кричат, еще не загорелись, потому что, говорят, дачники, говорят, трех вытащили, четвертого не смогли. Где чертова пожарная машина, я спрашиваю? Ну, вот это сложно сказать, на этот вопрос сложно ответить. И мне сложно. Хорошо, а почему через 10 минут приезжает скорая помощь? То есть примерно в 5 раз дольше едет, чем должна. То есть скорая помощь едет не 2 минуты, а целых 10. Это уже паскудно, но молодцы, мы им аплодируем. А где пожарная машина? Ну вот и все, спасибо. Нет, но Максим пытается оправдать. Да, никто, что? Говорит, не знал, что у них была нештатная ситуация. Службам все равно нужно время, 3-5 минут на осознание того, что самолет не долетел. Не права. Определение места, это Максим. Не права. Определение места падения, сбор команды. И минут 4-5 на подъезд и за разворачивание. Видимо. Сразу не прав. Минут 10. Вот сразу не прав, Максим. Сразу не прав ни разу. А значит... как одеться и раздеться, пока спичка не догорит? Правда? Просто ни разу не прав. Ни разу не прав. Я 10 тысяч раз повторял и снова повторю. Ты знаешь, и я еще раз повторю про Америку. Америка, страна такая. Как вы знаете, там она населена бестолковыми людьми, как принято считать в России. Да? Значит, в Америке. В Бруклине, не в Брайтоне, в Бруклине, выше Брайтона, вы вызываете
скорую помощь. Вы вызываете скорую помощь, Настя. Да, ты снимаешь трубку. Сколько? Ты снимаешь трубку и начинаешь говорить. А вы знаете, я хотел... Ты начинаешь говорить. Да. Настя, я смотрю на часы. Значит, единственная задача, они как-то делают так, что все это уже едет к тебе. Угу. В тот момент, когда ты начинаешь говорить. Значит, они просто не кладите трубку. Ты должна продолжать говорить. Ты продолжаешь говорить. Я тебе отвечаю. Настя, посмотри на меня. Через 2 минуты... Я не ошибся. Через 2 минуты, это 120 секунд, понятно, да? Да. В Америке в твою дверь звонят. Первый входит, сказать кто? Полицейский. Правильно. Чтобы удостовериться, что это не наркопритон, куда вызвали врача, чтобы его убить и завладеть шприцем и еще чем-то. Через 2 минуты входит полицейский. Через 2 минуты 30 секунд входит врач. Понятно, да? 2 минуты, я не ошибся, ты понимаешь, что я сейчас сказал? Да, я понимаю. Через 2 минуты входит полицейский, через 2 минуты 30 секунд входит врач. Я не ошибся, я сейчас не преувеличиваю. Понимаешь, да? Угу. Значит, что... Ребят, вы что, ребят? Что вы мне рассказываете? Зачем вы плетете? Здесь через 10 минут сраная скорая помощь приехала. Через 10 минут приехала сраная скорая помощь. То есть в 5 раз дольше ехала, в 5 раз дольше. Ночь, да, там ни пробок, ничего нет вообще. А пожарной машины не было. Люди, нет, а пожарная машина приехала позже, а люди умирали в пожаре, кричали: спасите нас, спасите. Там... Живые горели. Еще, кроме того, им было неприятно, потому что у них там ребра поломались, там всякая фигня, понятно. Они сели не очень красиво и продолжали гореть живыми. Где? Где спасатели? Где? Я спрашиваю. Почему мы не в Америке? Почему в Америке могут через 2 минуты? Почему у нас не могут? Вопрос простой, как божий день. Аэропорт рядом. Езды. Ничего там. Ничего езды. Да весь город там как большая улица. Понятно, да? Как... Значит, езды. Ничего. Аэропорт рядом. Аэропорт должен быть набит пожарными машинами. Нет, я что-то не понимаю, ребят. Вы мне, может быть, поясните, я начну понимать. Я же хочу разобраться, я же не специально, я же не вредитель никакой. Я пытаюсь понять, почему не было пожарной машины через 2 минуты. Вот и весь вопрос. Больше ничего. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте, да. Меня Сергей зовут. Да, Сергей, слушаю вас. Я вот по поводу этого самолета. Да. Я когда служил срочно на аэродроме, у нас стояли тоже Ту-134 учебные, да, самолеты. Да. Вот. И один раз он загорелся на стоянке. Не знаю, да, там причина какая. Он просто был рядовой, просто смотрел со стороны, как все это происходит. Да. Ну, зрелище, конечно, колоссальное. Подъехала пожарная машина, там у нас рота специальная была пожарников. Пожарных. Да. Подъехали, повыскакивали из машины и тут же побежали от этого самолета, потому что жар стоял невыносимый. А, то есть настолько жарко, что... Ну, там, да, кусками, он говорит, я вам объясню. Если горят, конечно, полные крылья, это конечно. А я вам скажу, что этот самолет уже пришел. Он уже пришел. Он рвался на части, он кусками летел. Люди горели в кусках фюзеляжа. То есть там жар был не такой. Там подбегали дачники. Но они говорят, вот действительно, как вы справедливо говорите, дачники рассказывают, 3 вытащили, а 4-го не успели. Значит, это свидетельствует о полной неготовности служб, понимаете? То есть дачники спасают, представьте себе, да? Возможно. Да, ну вот возможно, да, возможно. Возможно, да, возможно, Лариса нет. Пишет, а это... недавно в Израиле аварийно сел самолет, там количество пожарных машин измерялось 3-значной цифрой. Но это, правда, оценка Ларисы, может, ну, быть, да, не 3-значной. Ну, но... ну, то есть табунами приехали сразу, да, 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 да. Я не понимаю, еще один вопрос, еще один звонок, Настя, потому что я уже твой обзор печати проедаю, ладно? Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Илья зовут. Да, Илья. Можно... Московскую скорую почему так долго ездить, нет? Ну, скажите. Я водителем там работаю. Просто да. У нас 2 разные организации. Медицинская, и мы относимся как бы водители к Министерству транспорта. И поэтому наше начальство говорит, что нам все равно, как вы поедете, быстро или медленно, но вы должны привезти, самое главное, машину целую. А что там врачи делают... Слушай. Ну как в Нью-Йорке все-таки удается? Я вам скажу, Илья, послушайте, я знаю, что в Европе хуже, в Европе как в России. Например, я знаю случай, когда я ожидал не для себя скорую помощь в Мадриде 40 минут. 40 минут в Мадриде.
А Мадрид город небольшой, вот чтобы было понятно. Он реально небольшой город. Нас сейчас заставляют приезжать за 15 минут. Пытаются заставить. Значит, в Мадриде 40 минут, а в Нью-Йорке 2 минуты. Вот скажите, в чем урок? А как сделать, чтобы было как в Нью-Йорке? Я не знаю, может быть, платить людям нормально. Да не платить, нет. Надо станции иметь. Надо станции иметь так, чтобы вы доезжали в своем квартале, чтобы вы никуда не... Они их не строят же. Они вот за последнее время сколько их построили? Ну, может быть, 2-3 в новых районах. Понимаете? Секрет в том, мне кажется... Они увеличивают количество бригад. Хотя раньше советские времена... Да. Тысячу человек в городе Москве должно было приходиться одна бригада скорой помощи. Спасибо. Секрет не в том, чтобы быстро доехать, а секрет в том, чтобы рядом доехать. Рядом. Понимаешь, да? Вот как от булочной должна, скорая помощь должна ехать от булочной от твоей. Ну да, на каждом перекрестке. Вот от булочной она может быстро доехать? Да, может. Да, но только ее нет. Вот и все, в этом же проблема. 10:25, поехали дальше. Подъем. Обзор печати. Пресса сегодня отмечает 70 лет с момента начала Великой Отечественной войны, и разные газеты по-разному отмечают это. Новая газета, например, печатает и делает вкладку газеты той, которая вышла 22 июня 1941 года, а «Новые известия» «Московские новости», простите, рассказывают о том, что секречены были вот накануне архивы ФСБ, то есть НКВД, и оказывается, что настроения это у населения были, в общем-то, ну, примерно можно даже сравнить с такими же, которые сейчас. Люди не очень-то верили в светлое будущее, были пессимистично настроены после начала войны, думали и знали, что страна не готова к войне, боялись, что бомбоубежищ нет, и вообще, что все мы проиграем. Тем не менее, мы знаем, что и какой был исход, и как повернулась история. В общем, всем рекомендую посмотреть «Московские новости», там выписки из того, о чем говорили современники вот после 22 июня 1941 года. Кроме того, сегодня, конечно, пишут об авиакатастрофе. Есть свидетельства, которые говорят, что люди тянули руки из огня, фактически сгорели заживо в самолете, потому что их можно было спасти. Не 8 человек, вы знаете, сейчас мальчик умер, значит, уже 7 человек осталось в живых после этой авиакатастрофы под Петрозаводском. Тем не менее, есть свидетельство, что не было никаких криков, был только шум и скрежет. Ну, в общем, это российская газета, она единственная выступает вот с опровержением фактически. Российская же газета рассказывает, что вчера вступило в силу соглашение об отмене виз между Россией и Перу. Вот в преддверии или уже вот практически в разгаре лета, да, соответствующее двустороннее соглашение министры подписали ранее, но туроператоры не прогнозируют по понятным причинам увеличение турпотока, хотя вот теперь, если вы меньше, чем на 90 дней едете в Перу, то виза вам не нужна. Ну, понятно, лететь далеко, билеты, за билеты не все могут заплатить. За мусор ответят. Тоже статья российской газеты. В Москве прошел Всероссийский экологический форум, посвященный переработке и утилизации отходов. Первое, о чем договорились участники, это объединить разрозненных мусорных королей в одну структуру. На форуме также прозвучала идея создать фонд для финансирования модернизации отходоперерабатывающей отрасли. Ну, накануне, мы помним, то, он сказывался, предлагал с импортных товаров взимать копеечные налоги или какие-то, в общем, деньги для того, чтобы переработку потом делать для упаковки. Кроме того, эксперты вот на форуме отметили необходимость установления госответственности производителей продукции за удаление упаковки экологически безопасным способом, но надо сказать, что и так производители вполне себе маркируют упаковку. Другое дело, что ее никто не сортирует и не утилизует. Это уже другой вопрос. Ну и МК рассказывает, как школьников успешно привлекли к делу чистки города. Школьники сделали город Дзержинский чистым за очень смешные деньги. Все новое, хорошо забытое, старое, пишет МК. Понятие «трудовое лето» из пионерского детства бабушек с дедушками сегодня, похоже, возвращено к жизни. Но с оговорками. Смотрите, «Московский комсомолец» и независимая газета про инвалидов, которых наконец-то пустили в петербургское метро. Сейчас 10 часов 30 минут. Новости на РСН. Русская служба новостей. Русновости.ру. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Вот сейчас я говорил, я выходил во время обзора печати, Настя, я говорил с Кириллом Клейменовым, это руководитель службы информации Первого канала.
Они берутся тоже помогать Сергею, которого сын Петя погиб. Да, тут да. Нам пишут уже второкурсники МГИМО, тоже мотоциклисты вызываются помочь, и я переслала их. Ребят, значит, смотрите, если кто-то помогает, это не значит, что вам не надо помогать. Если можете, помогайте. Сергей, напомню историю, 7 июня его сын на Yamaha R6 поехал. И, смотрите, он проехал недолго, там по Бережковской набережной, он, видимо, шел туда к Воробьевым горам, вот, и его толкнула машина, значит, внимание, значит, насколько я понимаю, он ехал 50 километров в час, он гулял, машина вытолкнула его навстречку. 50 километров в час, это сейчас гайцы говорят, ну, по следам, алло, по следам, ну, что ты? Ну, видно же по следам, как все видно. Его толкнули в руль. Неважно, его толкнули в руль. Его толкнули в руль, его начало колбасить. Он не мог вернуть руль в исходное положение. Он выскочил навстречку из-за этого. Его сбил летящий на большой скорости Мерседес. И убил, собственно говоря. Но толкнул, значит, многие говорят, ну вот, я думаю, что его нагнала машина. И понимаете, когда мотоциклисты не уважают рядность, мы вправе их критиковать. Но когда машина подлезает, когда мотоцикл идет, не уважая рядность, вот это плохо. Вот есть видеозапись, мы очень ее будем ждать. Очень ждем, да. Давайте скажу тогда уж, что один из наших слушателей, видимо, да. который там в теме, он да. пишет, что нахождение, то есть даже если найдут вот эту белую машину, которая да. толкнула да. или там как-то, да. Это, скорее всего... Ну, неважно, послушай меня, неважно, надо найти все. Вот все, не надо. Надо, да, нет, все, надо найти все. Сейчас мы не обсуждать. Надо найти точку, все, не надо сейчас. А если, то тогда... Не... Все, мы не параграфы, мы люди. Значит, параграф гласит... Торжественно забыли сразу. Никаких параграфов, мы люди, а не параграфы. Все, проехали. Дальше. Слушай, я хотел, знаешь, что сказать? Вот про чеченских следователей мы читаем уже не первый раз. Министерство внутренних дел РФ недавно поступил запрос от одного из сотрудников следственных органов Чечни о личных данных бойцов ОМОНа Москвы и Московской области. Мы знаем, что чеченские следователи, и об этом было несколько статей, и на свободной прессе, и мы читаем это уже в интернете некоторое время, что чеченцы-следователи из разных городов, городочков, населенных пунктов Чечни запрашивают личные данные бойцов советской русской армии. Да. Русской армии. Значит, запрашивают личные данные с домашним адресом, с местом нахождения, то есть попросят МВД здесь оказать содействие в установлении мест нахождения, того-того. Больше. Они запрашивают по архивам, по документам Министерства обороны, кто стоял на таком-то КПП, потому что имен не знают, кто стоял на таком-то блокпосте, как фамилия, где живет, как найти и так далее, и так далее. Якобы, как мы читаем, в соответствии с материалами уголовного дела. Да, да. Или там дело, или там расследование, неважно. Значит, они имеют право искать, потому что они часть империи. Понимаешь? Конечно. Но дело в том, что в то время империя вела войну с сепаратистами. Да. И получается сейчас ощущение неприятное. То есть получается, что чеченские следователи ищут мужиков, которые там воевали. Да, так и получается. А значит, ищут адреса не только этих мужиков, но и их семей, их детей и так далее. Ну да. Понимаешь, да? А ощущение тревожности. Но кроме этого, они ищут бойцов ОМОНа Москвы и Московской области. Смотри. А что в этом странного? ОМОН принимал участие принимал. В боевых действиях? Конечно. Ну, так это же все конечно. Укладывается, чего что-то. Нет, не в боевых действиях. ОМОН стоял не в ВВ, внутренние войска шли в бой. Но ОМОН, все ОМОНы прошли там на КПП, на всех, проходили там длительные командировки. Смотрите, что запрашивают. Запрашивают подробные данные, фамилии, адреса, фотографии. Объясняют это тем, что расследуется дело, фигурантами которого могут оказаться бойцы одного из подразделений. Данные просят не на конкретных людей, а на всех. На всех данные просят. То есть, надо сказать, там было, например, человек там, не знаю, 15. Значит, на всех 15 с домашними адресами и телефонами. Ну, вы знаете, проживания. Что пресс-служба Кадырова уже ответила, да, на вот эти вот все слухи? Расскажите слушателям, пожалуйста. Сегодня в «Московском комсомольце» да. публикуют, причем большая-большая статья, только в конце ответ,
что да, действительно, они видели вот эти многочисленные ксерокопии запросов. И ничего в этом нет нового. Ничего в этом нет Продолжается нового. Расследование преступлений, совершенных в определенных населенных пунктах во время пребывания там российских войск. Да. Запросы правильные, запросы это по закону. И бывало, что отвечают на них, а бывало, что не отвечают. Но бывает, да. что и получают ответы. Нам нужны люди, слушай меня. Нам нужны люди, близкие к проблеме. Либо вы служили в Чечне и слышали о том, что чеченские следователи рассылают такие запросы. Либо вы получали такие запросы. Вот, вот такие люди. Позвоните, пожалуйста, 788-107-0. 788-107-0. 788-107-0. Если вы слышали от коллег, от своих сослуживцев, что такие запросы пошли по России. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте. Вы служили в Чечне? А? Значит... служивших в Чечне, в горячих точках, да. государство вообще должно защищать этих бойцов. Никаких разглашений. Потому что эти ребята защищают интересы, значит, политических действий. Я понимаю, послушайте, но вы слышали, что пошли такие запросы или нет? А на каком основании? Да нет, подождите. Ну вы меня тогда слушайте. Послушайте, вы вопросы мне задаете, а я хочу ответы получить. И для себя, и для вас. Я же ищу ответы и для себя, и для вас. Техномат вот публиковал еще на прошлой неделе. На прошлой неделе истории. Техномат кинул вот это. Я все-таки делал номат, потому что он кочевник. Да, значит, техномат кинул вот это. Французский номад, говорят. Ну ладно. Спасибо. Значит, смотри. Давай. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Урсула Владимир Николаевич, Либеренское да. управление внутренних дел. Да. Сейчас я на пенсии ушел. Да. Воевал с 93 по 2001 год. Да. Был прикомандирован к подольскому ОМОНу в 2000 году. Это в 99-м вторую чеченскую начинал. Вы слышали что-нибудь подобное про запросы про эти? Про эти запросы я ничего не слышу. Я ничего не боюсь. И да. мне начхать на всех этих чеченцев. Подождите. В 93-м как вы могли воевать в 93-м, когда... году я воевал осетино-ингушский конфликт, когда это осетино-ингушей это понял. Потому что чеченская, как вы знаете, началась в две даты. Да, нет. Чеченская началась в две даты. 26 ноября штурм выстреловцев и 11 декабря уже Грачев пошел. 11 декабря Грачев пошел. Там разные были две даты. 26 ноября, 11 декабря. 788-107-0. Ветераны Чеченской войны. Вы слышали о таких запросах? Что говорят в ваших кругах? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы служили там, воевали? Здравствуйте, господин Оренко. Нет, я не служил, не воевал. Но... Тогда чего вы звоните-то мне? Объясните, пожалуйста. Ведь я здесь верской занимаюсь. 788-107-0. Мне нужны люди, которые там служили, да, и воевали. 788-107-0. И вдобавок, если они звонят со скрытых номеров, я не очень люблю брать. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Добрый день. Здравствуйте. Юрий привлекался, участвовал, был про запросы, слышал. Да. Ну что, вот что в ваших кругах говорят? Я хочу сказать, это не первый раз. Да. Первый такой звоночек прозвенел еще году где-то в 97-98, угу. когда они формально были, вот ихняя прокуратура и так далее. Да. Они уже тогда рассылали запросы. Ага. И самое обидное, некоторые РОВД, вот дагестанские, приграничные и прочие, они реагировали на эти запросы. То есть сливали данные? Да. Тогда вот, тогда Масхадову. Масхадову и Баса... Фактически, да. Фактически вот этим вот, вот этому непонятному субъекту по официальному запросу. То есть для тех, кто как бы организации, которые серьезны к этому... С этим надо что-то делать или не надо? Неожиданность. С этим надо что-то делать или нет, скажите? Вы понимаете, есть организации, которые вот вопросам безопасности своих бывших сотрудников, они относятся достаточно серьезно. Мне повезло, как бы я вот из этой структуры. Mm-hmm. Есть те, кому наплевать, которые могут тупо слить, да. Ответить на эти запросы. Тут зависит от того ведомства, которое как бы я понял. Реагирует на это. Но, наверное, надо поднять как-то вопрос, чтобы защитить и тех. Слушайте, это же... Понимаете, иногда... Да.
Зависит от ведомства, зависит от руководства. Я понял. Мы разлучимся на минуту. Разлучимся на минуту, и я хочу еще услышать ветеранов. Ветеранов, которые расскажут, насколько в их кругах это считается серьезным. Насколько это вообще серьезно, может, это вообще не серьезно. 10.43, погнали. Подъем. Сергеем Доренко на РСН. Так, попробуй. Представляете китайскому правительству со стороны Тибета запросы по поводу... От уйгуров, да. А? От уйгуров запросы и так далее. Ну, да. Еще легче вычислить награжденных орденом мужества. Награжденные орденом мужества совсем на виду. Запросы, правда, рассылают. На шару хотят частные данные получать. Лучше отвечать, данных нет, говорит 26-й. Но понимаете, данных нет. А они есть, а человек по уставу обязан отвечать. Вот вы сидите там у себя в РУВД каком-то. Раз, и пришло... Вот вы сидите за в РУВД. За номером, нет, да. Вы сидите, вы. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут, здрасте? Андрей. Андрей, вот вы сидите в РУВД. И вам пришло письмо. Расшите, так сказать, следователь такой-то, ха-ха-хи-хи, ну-ка давай. Вот что бы вы делали? Ну, я бы конкретно попробовал бы разделить ответственность с кем-нибудь, попробовал бы передать эти данные руководству, а дальше пусть они принимают решение, потому что я бы, конечно, ответ бы старался бы не давать любыми способами. Вот, по поводу того, что насколько там скрыть возможно это, вы понимаете, я сам тоже ветеран боевых действий, 2001 год, Новогрозин, Кольхар, поселок. Да. Значит, могу сказать вот что. У меня, например, ну, в силу того, что мне нужно было получать социальную карту, да, удостоверение ветеран боевых действий, мне там в ведомственной поликлинике рисуют какие-то звездочки, что я ветеран, там, если без очереди ходить. Да. Это настолько везде на виду, что там органы соцобеспечения пенсию перечисляют за этот, за участие в ветеран боевых действий. Ага. То есть настолько много организаций знают о том, что вы ветеран, что там даже вот то, что я был от Министерства обороны, да, в 2001 году. Да. Сейчас я служу в МВД. Да. И везде, и в личном деле, да, ну, допустим, в личное дело, то, как вы говорите, пришел запрос, можно, допустим, получить и отрицательный ответ, если сотрудник там под грифом находится. Но если обратиться в органы соцобеспечения, то там вы, пожалуйста, на виду, пенсионное обеспечение, например, у МВД отдельный фонд, то есть уже сразу видно, что человек где-то служит, работает. То есть можно просто запрос дать пенсионный, и там будет понятно, что отчисления не идут. Слушайте, вот вопрос. А вы слышали, чтобы кто-то тоже это обсуждал? Вы хотите, например, каким-то образом принять какие-то коллективные действия, ну, условно, написать письмо какое-то, каким-то образом с этим делом разобраться, потому что это год за годом будет продолжаться? Вас знаете, будут Сергей, по одному выдергивать будут, по одному, понимаете? Вы знаете, Сергей, я вообще всегда против того, чтобы против ветра, я извиняюсь, писать. Да. И всегда стараюсь устранить проблему в корне. То есть, если, например, есть коррупция, то устранить саму проблему, чтобы не было возможно... Не то, чтобы кого-то сажать за это. Также и здесь. Здесь нужно устранить конфронтацию между людьми, чтобы это вообще никому-то интересно не было. Зачем это... Вот одни пытаются напирать, другие пытаются щит ставить. Третьи изобретают то, что пробило этот щит. И пошло-поехало. Нужно убрать причину этого всего. То есть, нужно убрать конфронтацию в обществе, договориться, в конце концов закончить все это на корню и каким-то образом. Вот в эту сторону надо думать. Верно. Глобально, стратегически верно. А, ну, еще и закрыть ребят как-то надо. Ну, я вам говорю еще раз. Сейчас локально мы, к сожалению, во многом учимся только на своих ошибках. Вот на данный момент я, конечно, может быть, кто-то меня обвинит, я с трудом об этом говорю, но я бы в жизни бы больше не пошел бы там кого-то защищать или что-то. Я в то время, я искренне шел в 2001 году на контракт. Да. И думал, что это действительно кому-то надо. Ну, сейчас я не хочу по радио углубляться, почему я поменял свое решение, но вот на данный момент, если мне просто предложили бы выбор, ехать или не ехать, я вообще уже несколько раз отказался по ведомственной линии. Сегодня, правильно. А теперь у меня вопрос просто к вам, Андрей. Нет, Андрей. Все равно. А сейчас хочу вам задать вопрос. Сейчас бы не поехали, а в 2001 году снова бы поехали? В 2001 уже после службы нет. Нет, я вас сегодняшнего забрасываю в 2001 год. Поехал бы, да. Ну, конечно. Спасибо вам большое. Значит, 788. Я думаю вот о чем. Следует ли ветеранам чеченской стать инициаторами вот того важного дела, которое сказал Андрей? Надо как-то договориться, закончить эту войну. Война-то продолжается, да? Сережа Аракчеев сидит на этой войне, на чеченской. Он сейчас сидит. Значит, война продолжается. Следователи запрашивают и так далее. Это вызывает чувство тревоги. Значит, война продолжается. Понимаешь, да?
Ну, вот можно как-то чтобы договориться? Война, да, закончилась, да, надо закончить войну. Чтобы кто-то признался в том, никогда. Что... Никогда это неправильно. Абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. В чем? Ну, вот в чем? В том, что... Ну, кто пошел на Ботлих? Кто? Андрюша пошел с Сережей Аракчеевым, атаковал Ботлих или нет? Объясни мне, пожалуйста. Стоп, назад. Кто пошел на Ботлих? Объясни мне. Я тебе отвечу. На Ботлих, на Гамиях. Кто пошел на юге Дагестана? Кто? Кто? Ну, кто? Андрюша с Сережей, что ли, пошли? Ну, не надо мне плести ерунду. Ребята защищали Россию. Ребята защищали Россию. Все. Думают ли так те следователи, которые рассылают вопросы? Запросы, точнее. Вот в чем проблема. Понимаете, если другому человеку представить совершенно иначе картину, то тогда договориться будет очень сложно. Нужно, чтобы в терминах все договорились сначала. Не знаю, надо договориться о терминах, что есть договоренность. Знаешь, все равно надо это прожить. Сколько бы времени не понадобилось, сколько бы усилий не понадобилось, надо это прожить. Теперь еще вопрос. Откройте Facebook, вас невозможно добавить. Пишет мне 208. 208, у меня там 5000, меня закрыли. Facebook меня закрыл, поймите. Значит... Вы зайдите на общественную страницу. Есть личка, у меня личный Facebook, который 5000 друзей набрал и закрылся на этом. Все. Это из-за Цукермана. Понимаешь, что евреи виноваты? Очевидно, правильно? Значит, дальше слушайте. Цукерберга, простите. Значит, чего ты? Нет, все нормально. Я тоже все время буду. Да, значит, дальше. Слушайте. Вы зайдите в Facebook в мой, на страницу другую, просто посмотрите, там страница есть тоже, там тоже Растрига, тоже все, и перепостите, помогите людям, которые ищут свидетелей на Бережковской набережной. 10:51, 52 почти минуты. Разлучимся на рекламу. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Затор на щелчке при въезде в Москву, пишет Леха. Внутренний МКАД на юго-юго-востоке и юго-западе очень плохо. Это 377-й. Надо сообщить адрес Ельцина. А Ельцин, он в стране Маниту, в стране вечной охоты. Так, секундочку, по движению больше не... А нет, вот, земляной вал, 23. Дом, земляной вал, дом 23. Целая куча эвакуаторов работают, утаскивают машины. 788-170, 788-170, в движении, где едете, что видите, алло, здравствуйте. Алло, доброе утро, мигалка, сопровождение с крузаком, авиамоторный центр едет как положено. Едет как положено, в смысле как положено? В смысле нормально, в левом виду. Аки простой смертный. Спасибо. 788-170. Мигалка с крузаком по авиамоторной чешет, как если бы они были просто граждане Российской Федерации. Фига себе. Че творят, а? Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Да. Сегодня выехал в районе Люмино на МКАД, на внешнюю сторону, где-то без 15:08 утра. Вот только что свернул с Ленинградки. Три часа. Ничего себе. А как вы ехали? Подождите. Ах, он мне не сказал. 788-170. Да все равно, ведь югом длиннее, а севером будет пробка перед Ярославкой, правильно? Правильно. Хоть так, хоть эдак. Хорошо, 788-170, еще один звонок. Алло, здравствуйте, где едете, что видите? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, это Костя с ТНР. Да. Я вот сегодня поехал попозже, я объехал Ярославку через Осташковку, вот уже въехал в Москву, сейчас на проспект Мира выезжаю. Хорошего дня вам, Константин, счастливо. Значит, вот что, Анастасия Аношко провела этот выпуск, Светлана Матвеева расскажет вам о спорте, а я пойду и проживу ее, эту среду, 22 июня.